Всем-всем добрый вечер. Мои любимые подписчики, нет, другие. Привет, Россия, салют, Казахстан. Вот я в магазин сходила, да, у меня было 10 тысяч тенге, осталось 10 тысяч тенге, 500 тенге осталось. Сейчас покажу, что я купила на 10 тысяч тенге у нас в Казахстане, в Караганде. Ждите. Вот пакет. Чтоб не говорили, что это, вот пакет. Купила бедра. Бедра. Обошлись они мне 4 тысячи. Ну, бедра. Тут-то, короче, по 4 штуки бедра. Где-то 5, где-то 4, вот. Бедра купила. Куриные, кстати, куриные, заметьте. Купила сардельки. Ну, пожарить утром яички, вот. Мужикам, мужики-то вкусно едят, хотят вкусно есть. Вот, купила сардельки, вот. Кто не знает, это сардельки. И купила на работу человеку колбаску на работу. Ну, там они в холодильнике есть, на работу колбаску купила. Вот. Купила для себя, как я вегетарианка, купила мандарины. Это килограмм полтора здесь. Короче, килограмм 1900 килограмм. Тут больше. Вот. И купила, вот пакет уже пустой, купила 7 яблочек для себя. Вот для себя купила 7 яблочек. А дала я, короче, 9,5, 500 тенге осталось. Вот, 500 тенге осталось, да. Это куда у нас цены в Казахстане такие летят? Зарплата у нас не поднимается, да, пенсии не растут у нас, да. У учителей, наверное, зарплата не растет, у медиков, у шахтеров зарплата не растет. Зато зарплаты растут, как на дрожжах, продукты растут на дрожжах. Кто это смотрит за такие ценами? Скажите, вот, пожалуйста, да? Вот сейчас 10 тысяч, да, как одна тенге у вас в Казахстане, да? Я вот хочу спросить, вот, кто наблюдает за этой ценой? У нас вы поставили минималку, поставили 85 тысяч. На что на 85 тысяч, я хочу депутатов хотеть спросить, что можно купить на 85 тысяч тенге? Хочу у вас спросить, задал вам вопрос. Вот, коммуналку заплати, КСК заплати, то заплати, газ купи, за газ заплати, за все заплати, и что остается? Вот, а вы назначили минималку 85 тысяч тенге. Что можно купить на минималку на 85 тысяч тенге, на 85 тысяч тенге? Когда депутаты у нас получают 1 800 000, 1 900 000, 1 200 000. Еще говорят, зарплата у нас в Казахстане 500-600 тысяч. Я что-то зарплату такую не видела. Скажите, где вы такую зарплату видели мы? Что такие, я вот лично получаю 180 зарплату, да? Мне не хватает. Вот мне реально не хватает такой зарплаты. Потому что сейчас 10 тысяч, это как одна тенге. Надо как-то что-то менять у нас в Казахстане. Мы должны лучше жить. У нас столько это, ресурсов, да, вот нефти, да. Я хочу жить как в Дубае. Чтобы наши дети жили как в Дубае, хочу. Чтобы медицина была лучше, как у нас, как в Советском Союзе. Чтобы цены не росли, как на дрожжах. Чтобы поднимали зарплату всем рабочим. Они, наши люди в нищете живут, правда, в нищете живут. Все мира и добра люблю, целую, уважаю всех.